Хей, окей, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Room 303. Это, как вы видите, Fishface Game 3D и... Дакони не маги... Короче, какой-то... Неясно. Дакони не... Нигма какая-то компания. Так, у нас есть выход. Это... Скажу сразу, у нас хоррор. Ну, поехали. Музончик вначале такой, знаете, типа, как будто мы на лифте едем куда-то. Игруля на английском, поэтому... Да какой-то трупец. О боже, нет. Короче, нам нужно отсюда найти выход. А есть? Задержка у нас в управлении, конечно. Там у нас машины ездят. Туманчик. Я менюшки не вижу. Так, какая-то книга, Time Changer, кружка. Если что, это на максимальное разрешение. Так. Нужно было управление посмотреть. Может, мне нужно везде свет потушить? А нет, часы идут. О. Может, серьезно везде свет выключить? А не стрёмно? О! Окей, think, think, stop blinking. Ой, блядь! Нахера такие звуки громкие? О! Что я делаю? Что я тут вообще делаю? Exit. Конечно. А, заткнись, заткнись, заткнись! Не, гоу, короче, я лучше свет включу. Ну, я картину поправил. А, мне нужно в комнате убраться? Хорошо. Мне нужна сила или мощь. Убирайся. Хорошо, я буду убираться. Что мне еще убрать нужно? Комод поднять? Стекло. Так. Что за звук был?
Я поднял кружку. Дверь не открывается все еще. Говорю, я ненавижу игры-хорроры. Ей-богу. Что мне делать? Челик, что мне с тобой делать? Его как убили или застрелили? Не, ну это уже не смешно. Что мне делать? Выключи свет. Или картины все-таки что-то поправить нужно? Тихо. И. Я не понимаю. Объясните, меня закрыли в 303 комнате. Фонари. На полу ничего нету. Я присесть не могу. Ла. Просто трупец. Кровати застелить? Выпрыгнуть отсюда я тоже как бы не могу. Зачем я кружку поднял? Может, мне венчик нужно найти какой-то подмести этот? Показалось. Ничего не открывается. Через раз у нас работают лампочки. Кондиционер. Супер головоломки. И выйти с игры нельзя. Мне нужно, скорее всего, как-то это перевернуть. Поставить на место, да? Зачем ты так дышишь? Объясни мне, что делать. Потолок криво сделанный. О, а так не светится. Не знаю, ванна это или что, она не открывается. Кондиционер, прекрати. Так. Что-то точно пошло не по плану. Давайте я... Не знаю. Перезайду в игру.
Так. Я говорю, перезайду в игру. Да, завершить. Какая-то происходит ахинея. Так, давайте я сразу в управление зайду. Ходить, ходить. Левая кнопка мыши. Fire. 3. Medium fire. Прыжок. Горизонтальная, вертикальная, fire, fire. Ой, что-то замудрили они здесь. А, поехали еще раз. Ну? Play. Сейчас бы я заново вот это, да? Тут же оно не сохранилось. Потому что тут даже меню не было. О, Боже, нет, 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 пожалуйста, нет. Ну это реально громко. Почини лампу. Окей, окей, think, think. Stop blinking. Stop blinking. What do I do? What do I do next? Fix it! Shut up, shut up, shut up. Он говорит, починить кружку, что ли, поставить. Мы серьезно сюда пришли убираться? Окей, окей, он needs power. Fix it! I'm trying. И типа я стараюсь. Почини все, я стараюсь. Тут ничего не берется. Ничего не выделяется. Часы. Часы идут. Не понимаю. Что я еще могу здесь отремонтировать, починить? Этот крутится, работает. Почини. Ничего не тыкается. О! Опана! You now? Я не мог этого сделать. Чего я не мог сделать? Здесь чисто у нас все заскриптовано. Мне нужно свет вырубить. О! Посидим. Я ничего не понимаю. Да, это ты сделал. Нет, нет! О, что? А, это свет. О боже! О боже! Нет! Нет! Нет, нет, нет! Подождите! Нет, подожди! Подожди! Стой! Пожалуйста! Пожалуйста, не делай это! Это я же? А
Опять расплывается. Можете лицо побрызгаю, приятель? Пш, пш, пш. Ладно, 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 я уберу кровь. Ты этого хочешь, да? Пш, 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 пш. Все? Парень, я попшикал. Телефон. Алло. Что ты сделал? Что ты имеешь в виду? Что ты сделал? Я ничего. Я ж ничего не... Ты убил? Что, я не пойму. Посмотри в окно. Сейчас же. Что там? Там ничего. Окно как откно? Не? Как к тебе подойти? Двери закрыта, ванна. С чего он хочет? Тебе нравится, как я играю музыку? Может выключить свет? Не, тогда я этот последний выключу. О, опять непонятно, что делать. Телек выключить? Нет, нам сказали все отремонтировать. Выпусти меня! Так, тихо. Так сойдет? Не понимаю. Я не могу спрыгнуть. Выйти в окно. Как мне выйти в окно? Или что он хочет, чтобы я сделал? Тут снова же. Что-то да и есть. А! Ходи, ищи, что я еще не делал. Труп я побрызгал. Взять его я не могу. Боже, это уже не хоррор, а я не знаю. Тупилово какой-то. Я буду, конечно, обрезать. То есть, то... Нет. Это невозможно. Это не может быть. Ресет — это обновить или перезагрузить. Меня, как я понял, застрелили. Комната 303. Так, мейт, короче, в 7 дней. Terrible. Какая-то комната. Always right. Разрабы, да? Все? И игра просто вылетела. Окей, я вас понял. Давайте я тогда поставлю свою оценочку. Оценочку я поставлю тоже по 10-бальной окей системе. Как обычно. Мне вначале музыка нравится вот эта. Но жалко, что вы, скорее всего, не будете слышать. Она прикольна. У нас тут есть такой выход, да? Сейчас оно прогрузится, все сделается. У нас есть мини-сюжетик. Но! Чисто. Давай вот именно по индюшке, да, вот если брать инди-игры, не брать такие там экшены, такие какие-то крупные игры. А вот такие простенькие.
самоделки. По 10-бальной системе я поставил... Давайте пересчитаем то, что прикольно сделано. Меню. Интерактивно. Не просто типа шаблончик, да, там загрузочный экран и все. Нет, здесь у нас такой, типа, считается камера, можно взаимодействовать. Это плюс. У нас озвучено все. Это плюс. У нас есть история. Это плюс. Игра очень короткая. Минус. Можно там взаимодействовать с некоторым предметом. Это... А, давайте, ладно. За музыку я ставил. А, за музыку точно. Плюс. Из минусов я могу еще взять это кликанье. Тяжело найти то, что тебе нужно. То есть он тебе говорит починить. Я починил. Потом ты ходишь, ищешь то, что ты еще не чинил. Это минус. То есть у нас идет, говоря, это 4 плюса, 2 минуса. В сумме у нас получается... Ну... 6,5, в принципе, можно поставить. Да? Нет, давайте не так. У нас же плюсов все равно больше, так? Можно сказать строго 7. Строго... Ладно, не строго 7. 7 и 7 и 5. 7,5. Где-то вот так между ними, можно сказать, поставить можно оценку. Хотя я бы еще накатил за графон лайк. То есть у нас 5 против 2. А это 8. Да, 8. Короче, у нас оценка 8 комнат из 10. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.